Добрый день! Вы смотрите канал Рыбовод. В этом видео пойдет речь о пауэрбанке. Вот такой пауэрбанк я приобрел примерно полтора года назад. Заявленная емкость у него 12 000 миллиампер часов. Но в первом же походе он у меня не смог даже зарядить мобильный телефон с емкостью батареи 4000 мА. То есть зарядил он ее с нуля до 80%. Так он рабочий, нормальный пауэрбанк. Вроде бы все светится, показывает. Свет работает. Вот. Ну, лампочка светодиодная. Фонарик. Вот. Я, в общем, сколько раз пробовал заряжать, так мобилку полностью с нуля и не смог зарядить. То есть ни о каких 12 000 мАч речь идти не может, если даже он не смог зарядить 4000 мАч батарею. То есть, ну, хотя бы половина, хотя бы 6000 было. И то, оказывается, даже это он не смог зарядить. Со временем я приобрел вот такой вольтметр, тестер китайский. Он меряет емкость батареи, то есть миллиампер часов, сколько через него проходит. Я разряженный этот пауэрбанк зарядил через вот этот тестер. Вольтметр, амперметр и миллиампер часов сколько. В общем, этот тестер показал 1800 миллиампер часов. Вот я решил, наконец, разобрать этот пауэрбанк и посмотреть, что там внутри. Сейчас будем его разбирать. Да, вот забыл показать. Заявленная емкость 12 000 мАч. Так, я подрываю крышечку. Здесь. Видим защелочки. Ну, собран довольно-таки плотно. Контроллеры стоят внутри и залитая батарея, не залитая, а замотанная что-то, ну, в термоусадку, наверное. Сейчас мы ее распаяем. Он пока паяльник греется. Покажу вам вот такие литий-ионные аккумуляторы 18650. Вот эти аккумуляторы я зарядил через вот такой тестер. Вот. Как вы думаете, сколько он показал? Два аккумулятора показало 12 800 миллиампер. Но эти аккумуляторы были взяты из батареи ноутбука. Какой-то там Lenovo, я не помню. Ноутбук. Так вот, вот эти аккумуляторы действительно хорошие аккумуляторы. Один аккумулятор получается в районе 6 с копейками, почти 6500 миллиампер. Ну и в планах есть вот эту батарейку выкинуть и поставить две вот таких, а то и 4. Сюда 4 влезет свободно. Вроде бы даже и корпус рассчитан как бы под эти аккумуляторы. Ширина как раз получается вот такая. Вот, влазит четко. Высота, соответственно. Ну и закругление все это. То есть две так станет батарейки и две так. Все четко подходит. В общем, будем сейчас смотреть. В общем, распаял я
выпаял батарейку отсюда. Сейчас будем ее распаковывать. Для интереса промеряем напряжение, которое выходит с нее. Вот так поустойчивее поставить. Так, фокус не влазит, да? Вот так поставим. Сейчас померяем. Четыре двенадцать. Ну, это литионная получается батарея. Набор литионных аккумуляторов. Сейчас будем смотреть. Так. Что же у нас тут такое? Скотч. Скотч. Картонка. Вот. Батарея такого форм-фактора интересного. О, китайцы молодцы. Не забыли положить кусочек железки, обрубок металлопроката. Красавцы, посмотрите. Это для придания веса. Вот. Ну и сама батарея. Вот. Что-то там какие-то шестигранники непонятные. Так, что на батарее написано? На батарее у нас написано по-китайски. 4,2 вольта. Ну, 3,7, 4,2 это литионка. И 2500 миллиампер. Вот. Да, как-то в одном видео я смотрел, один товарищ тоже Powerbank разобрал, только там стояли 5 вот таких 18650 элементов. И пятый он на видео разобрал, отрезал крышку и высыпал песок. Поэтому от китайцев можно ждать чего угодно. В общем, здесь стоит подождите, это спаренная батарея. Это одна 2500. Заявленная 2500. И получается вторая 2500. Вот. Вот так. Это два элемента. Это в итоге должно быть 5. Но после замера оказалось 1800. Это одна батарея в реальности выдает 900 миллиампер. Но еще неизвестно, что внутри самой батареи. Вот и вторая так само, видите, 2500 миллиампер. Ну молодцы китайцы, могут работать когда захотят. Вот так нам продают такие вот повербанки. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел показать. Так что смотрите внимательно, что покупаете. Хотя вы, конечно, не увидите, что внутри. Покупайте только у проверенных поставщиков. Проверенные вещи. Вот так нам китайцы продают металлолом. Всем удачи!